Время творить добро. Около 100 юных карагандинцев посетили новогоднюю елку в минувшие выходные в Театре музыкальной комедии. Веселый хоровод, театрализованное представление, раздача подарков – все это стало возможным благодаря неравнодушным гражданам. Подробнее в сюжете. Хотя бы на время побывать в настоящей сказке, разве не об этом мечтает каждый ребенок? А стать ее участником, пообщаться с персонажами самой лучшей новогодней истории – это настоящее волшебство, которое дети будут помнить даже тогда, когда станут взрослыми. Вот такое представление устроили для детворы из многодетных и социально уязвимых семей. Это традиционная елка, которую мы проводим уже третий год, то есть это стало традицией. Хотим, чтобы к нам присоединились как можно больше людей, чтобы прям снежный ком развился дальше, дел добрых. И чтобы счастливые глаза детей еще больше наполнялись радостью. Мероприятие было насыщенным. Ребята пришли в новогодних костюмах и смогли окунуться в атмосферу праздника сполна. Все действо разворачивалось у главной героини празднования – новогодней елки. А главные символы – Дед Мороз и Снегурочка – как всегда подарили массу эмоций и ожидания исполнения самых добрых заветных желаний. После представления у елки ребят ждала постановка «Принцесса на горошине». Сказка Ганса Христиана Андерсена, знакомая почти каждому ребенку на планете. Она учит, что первое впечатление может быть обманчивым, а счастье нередко само стучится в двери. Сегодня утром зацвел зеленый горошек. Как? Уже? Что же ты молчал? Виноват, ваша свет. С окончанием представления на сцене сюрпризы для ребят не закончились. Какой же новогодний праздник без подарков? Всем детям были приготовлены сладкие кульки. Николай Шевелев, Ирина Вабищевич, Мейржан Жумамуратов, Наталья Заяц, 5 канал.